Ой, Снегурка, добрались с тобой, заснеженное Одинцово, наконец-то. Сейчас, Дедушка Мороз, мы подарим подарки клиентам особого ЕИРС. Новогодние гости добрались до Одинцовского отдела Московского областного единого информационно-расчетного центра. И для этого у них есть важный повод. Именно они будут разыгрывать лотерею в рамках акции, которая проводилась в Подмосковье в течение месяца с 15 ноября. Поверку счетчиков надо делать своевременно для того, чтобы платить не по нормативу, а по своим показаниям и экономить свой бюджет. Сегодня мы подведем итоги розыгрыша среди тех участников, которые приобрели услугу в период с 15 ноября по 15 декабря 2022 года на поверку воды, замену и установку совместно с услугой копирования. Акция «Испытай удачу» направлена на то, чтобы граждане своевременно осуществляли поверку счетчиков и могли оплатить их без лишних затрат. Из 150 участников 40 счастливчиков с легкой руки Деда Мороза и Снегурочки получат приятные подарки. Я спешу вас поздравить. Вы стали первым победителем, и мы вам направим сертификат номиналом 5000 рублей на покупки в сетях ювелирных магазинов. Мы вас поздравляем. Вы рады? Я вообще не ожидала. Спасибо большое. Подобные акции проводятся здесь регулярно. Кэшбэки, коммунальный бонус и многие другие. О них можно узнать на сайте организации или в офисах МособлЕРЦ. МособлЕРЦ делает все, чтобы оплачивать счета нашим клиентам было не только обязательно, но и приятно. Поэтому мы проводим множество разных акций. На нашем сайте в разделе «Акции» можно увидеть все, что есть на текущий момент. Сертификаты разных номиналов будут отправлены победителям по электронной почте или их передадут через территориальные управления. А новогодние гости всем рекомендуют участвовать в проводимых акциях, побеждать и верить в удачу. С наступающим 2023 годом пожелать вам, чтобы этот год стал намного успешнее, чем 2022, и чтобы все, что вы загадаете в новогоднюю ночь, непременно сбылось. Желаем вам исполнения всех мечт ваших, а также здоровья и счастья в 2023 году. Полина Бахова, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцово».